Всех приветствую, вы на канале Toy House, и сегодня у меня интересная довольно-таки модель автомобиля в масштабе 1.24, это УАЗ 469B, пожарный автомобиль в исполнении кабриолет, выпуск это номер 64, легендарные советские автомобили от компании Ашет. Годы выпуска данного УАЗика 1972 год по 1985 год. Итак, мы глянем с вами журнал, где купить, за сколько, все это расскажу в видео. В общем-то, ну, рекомендованная цена 2000 рублей примерно, 1899, ну, я округляю. В общем-то, вот так вот это все выглядит. Смотрите, ставьте на паузу, читайте. Сейчас вам немножечко приближу, чтобы было более-менее видно. Вот, наверное, вот еще можно вот так. В общем, листаем. Здесь технические характеристики автомобиля можно почитать. Ну, как бы вот ставьте на паузу, делайте скриншот, если что, и читайте. Вот это красавчик. Называется «Берег». Очень интересно. Наверное, тоже какой-то спасательный автомобиль, не знаю. Так, в общем. А вот это видео я, кстати, видел. Вы, может быть, видели тоже, как быстро собирают УАЗ там в армии. Как, вот здесь. А, кстати, скоростная разборка и сборка автомобиля УАЗ 469 на 5-м международном военном техническом форуме «Армия 2019». Ну, я видел такой видос, есть в интернете, можете глянуть. Очень довольно-таки интересно. По-моему, минуту времени на все уходит, если я не ошибаюсь. Может, полторы. Так, здесь у нас всякие различные модификации УАЗа, которые, я так понимаю, не вышли. Здесь у нас женский вклад в автоиндустрию идет. Тоже история. Королева бензоколонок. О, а вот это, кстати, интересно. Смотрите. Заливая в бензобак 95-й, не каждый водитель знает, что появлением такого горючего мы обязаны советскому химику Ане Ильиничне Межлумовой. Вскоре после войны она разработала промышленный каталитический метод получения высокооктанового бензина. Я не знал вообще. И в следующем выпуске выходила вот такая вот копеечка. Если получится, как-нибудь приобрету, тоже обязательно покажу. Ну и вот она, моделька. В блистере идет. Довольно симпатично выглядит, ну, по крайней мере, в блистере. Сейчас откроем и будем более детально уже изучать. Так, здесь у нас что? Пум-пум-пум, Ашет коллекция, где произведено. Произведено в Бангладеш. Будет, значит, у нас треугольная отвертка. Придется ставить на паузу, идти и откручивать. Да, треугольные винтики. Только в Бангладеш такие ставят. Ну, по крайней мере, те, что мне попадались из моделей, были все сделаны в Бангладеш. Так, так. Достаем. Моделька, сразу могу сказать, выполнена из металла. Ну, выглядит, конечно, шикардос просто. Если ты хочешь вот такую модель себе в коллекцию, напиши комментарий, сколько нас посмотрим таких людей, кто бы хотел такую модельку себе в коллекцию. Вот прям интересно. Давайте залайкаем, если ты относишься к этим людям. Ну что ж, пошел за отверточкой и будем детальненько рассматривать. Кстати, на подставочке, по-моему... А, вот с этой стороны есть надпись все-таки УАЗ 469. Все, секундочку и продолжим. Ну, в общем-то, модельчика откручена. Первое ощущение, ну, прям классно. Все на своих местах сделано. Посмотрите, как очень красиво сделана передняя оптика. Фары передние с насечками идут. Правильные у нас габаритные огни и поворотники сделаны. Значок УАЗа присутствует. По окраске я ничего не могу сказать. Вроде бы все отлично. Но единственное, может быть, вот на камеру вам, конечно, кажется, что он ярко-красный. Он, скорее всего, темно-красный такой. Все-таки пожарная машина, она более краснее. Здесь как-то цвет немножечко искажен. Ну вот здесь нет пожарной машины. Есть вот кусок от пожарной машины. Вот. Ну, он, правда, загрязнен. А, вот с этой стороны. В общем, вот, можете видеть. Например, чуть-чуть отличается. Все равно в темноту цвет уходит. Итак, что еще здесь интересного у нас? Ну, соответственно, это кабриолет. Есть у нас козырьки солнцезащитные. Вот так вот выглядит это все дело внутри. Приборочка.
есть, руль, соответственно, все рычаги сделаны, раздатка, соответственно, педали сделаны, ну, они сделаны просто как бы на пластмассе, но тем не менее есть. Вот эта ручка, я так понимаю, предназначена для того, чтобы держались у нас задние пассажиры. На задней части просто пустой багажник, обычно здесь бывают полки. Ну, вот это можно, конечно, сказать полки, но навряд ли. Полки чуть по-другому выглядят, они такие откидывающиеся тоже сиденья, типа того, такая сидушка небольшая. Зеркала у нас с имитацией зеркала, но просто как бы серебряночкой окрашено. 0.1 написано здесь. Дверки здесь, соответственно, не открываются у данной модели. Ну, сейчас как бы у многих моделек ничего у нас не открывается, только в масштабе, если брать 1:18. Посмотрите, там какие-то патрубки даже сделаны под приборочкой. Если обратить внимание, сейчас я попробую вам, может быть, это дело приблизить вот так. Оп. Вон, видите, патрубок идет. Шкала, соответственно, приборов. Еще интересно, можно приблизить? С циферками. Ну, спидометр, тут какие-то циферки вроде есть. Ну, все мелко, конечно, ничего не разберешь. Так, запасное колесо у нас с резиновой покрышкой. Задняя оптика тоже сделана очень классно. Супер. Мне нравится. Номера 8009 ХБА. Задний фонарь у нас выполнен, ну, фонарь заднего хода выполнен из пластика, а внутри окрашен серебряночки. Ну, в целом неплохо. Классненько выглядит. Резиновые покрышки на всех колесах. Обод диска стального окрашен белым цветом. Ну, такой больше, да, похож, наверное, так сказать, на парадный автомобиль, да, который, ну, какое-нибудь, может быть, мероприятие у пожарников, и данный автомобиль выезжает. Я не видел, вот, в целом, сколько, как бы, я видел автомобилей, именно, чтобы ездили на пожарные на кабриолете, я не видел. Если видели, напишите комментарий. Значит, дворники у нас сделаны отдельным элементом. Выглядит вот таким вот образом. Сбоку у нас также есть габаритный фонарь. И снизу моделька выглядит вот таким вот образом. УАЗ-469, здесь указан масштаб. У УАЗика у нас два бака, левый и правый. Водитель имеет возможность переключения, как бы. И тут вот лючок здесь находится, кстати. И лючок с этой стороны, в общем-то, находится. Два моста сделаны, выхлопная система, раму видно. Ну, в целом, моделька зачетная, мне очень нравится. По прокату, ох, прям тяжеленькая она. Прокат ровный, классный. В общем-то, все, ребят, вот такой вот на сегодня видос. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, где купил я. Я приобрел данную модель на Яндекс.Маркете, ссылочка будет в описании. Цены меняются от 2000 до 2500, ну, в общем-то, и 1800 бывает, можно найти. В общем, ссылка внизу в описании. Все, всем добра и всем, самое главное, пока. Наоборот, да? Всем пока и самое главное, добра.